В роли экскурсовода выступил наш коллега, ведущий актер Алексей Лагутин. Он раскрыл юным зрителям некоторые профессиональные секреты телевизионной кухни. Ребята пришли в редакцию ранним утром. От многочисленных дипломов, полученных журналистами канала ОТВ за профессиональную деятельность, дети пришли в восторг. Мне было очень интересно узнать, что у канала ОТВ столько разных дипломов, и то, что они участвуют в стольких разных телевизионных конкурсов. Мне очень понравилась экскурсия. Я тоже, может быть, стану корреспондентом или режиссером. Ребята познакомились с историей телекомпании и заглянули в каждый кабинет, где вовсю кипела работа. Они узнали, для чего нужна гримерка, и даже оценили дизайнерское решение этого небольшого, но очень важного для редакции помещения. Вы смотрите новости. В павильоне, где записываются новости, авторские программы, ведется трансляция прямых эфиров, Алексей показал, как нужно настраивать свет, выставлять камеры. Рассказал он и о том, как работает суфлер и звуковая аппаратура. Мне очень понравилось в павильоне. Там было камеры, там много камер, свет. Я узнала на телевидении, что здесь много разных профессий. Например, режиссеры, операторы, корреспонденты, ведущие и еще много других. И спасибо вам за то, что вы нам много показывали здесь. Спасибо огромное. Воспитанникам лагеря в этот день разрешили очень многое. Педагог признала, что она еще не видела своих детей такими счастливыми. Они познакомились с новыми для себя профессиями – главного редактора, режиссера, оператора, корреспондента, монтажера, видеоинженера, диктора и даже заведующего фильмотекой. Сегодня у нас выпала такая возможность. Одинцовское телевидение нас пригласили сюда, к себе в гости, на экскурсию. Детям очень безумно понравилось. Думаю, что некоторые задумаются о том, чтобы быть ведущими, операторами, звукорежиссерами и так далее. Спасибо вам огромное. Придем еще раз к вам на следующий год. Неважно, какую профессию выберут эти дети в дальнейшем – врача, юриста, архитектора или журналиста. Мы показали им редакционную кухню изнутри. Возможно, эта экскурсия поможет определиться кому-то со своим будущим выбором. Ребята же пообещали применить все полученные знания на практике и вернуться на телеканал вновь. Может быть, даже в качестве сотрудников. Мила Тарасевич, Алексей Лагутин, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».